Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Король Великобританії, Канади, Австралії та Південної Африки Георг VI, який страждав на заїкання, визнав важливість мовної терапії для лікування заїкання ще на початку ХХ століття. Всесвітній день людей з вадами мовлення почав проводитися щорічно 22 жовтня за ініціативою фахівців з дослідження патології мови з Канади. Напередодні цього свята ми запросили до нашого прес-центру логопеда-дефектолога, нейропсихологиню, директорку нейроцентру Томатіс Дніпр Людмилу Сауленко. Я вас вітаю, доброго дня. Людмила, розкажіть, з якими найпоширенішими проблемами з мовлення сьогодні на своїй практиці ви стикаєтесь найчастіше? Как правило, вот это сейчас появились такие очень ранние обращения. Вот я даже когда ехала к вам в студию, позвонила маме, и, в общем-то, уже 2 года, и, в общем-то, родители видят. Родители сейчас очень продвинутые, и они обращаются, как правило, родители с тем, что ребенок не говорит, с тем, что бывает ситуация намного глубже, бывает, что ребенок не понимает обращенную речь, не понимает, поведение не регулируется речью. Вот, и, конечно, очень важно вот в таком раннем возрасте сделать вот такое обращение. Также есть такие моменты, когда у ребенка, например, общее недоразвитие речи. Или это просто вот надо поправить звукопроизношение ребенку, с такими проблемами обращается. Есть ситуация, когда у ребенка возникает заикание, и при том возникает это бывает в любом возрасте, или родители, например, отмечают, что есть предпосылки к заиканию. Сейчас родители очень внимательные. То есть обращаются и во взрослом возрасте, потому что строят люди карьеру, и они понимают, что у них дикция, она ненормативная, и это мешает работе в бизнесе. И, как правило, это люди уже такого пожилого возраста, которые пережили инсульты, черепно-мозговые травмы, и такие обращения тоже есть. То есть логопед – это профессия как бы на все времена и для всех возрастов. Дякую. Щодо теми заїкання, які причини появи такого дефекту? Я немножечко скажу, что вот в своё время я начинала работать как логопед-дефектолог, и я работала, я считаю, что вот логопед-дефектолог, он работает симптомом. Хотя сейчас логопеды, дефектологи очень много учатся, и они обязательно в свою работу включают такой вот компонент, как нейро. Знаете, вот очень важно, например, понять причину, потому что если мы работаем просто с симптомом, эта работа будет длительная. А причина, как правило, это стресс. То есть пережил какой-то ребенок стресс. У нас у всех сейчас есть такой, знаете, это пожизненный рефлекс «дерись, беги или замри». И когда ребенок переживает этот, и любой человек этот стресс, то, в общем-то, он переключается на уровень лимбических долей, и в этом случае он способен только на реакцию, а не на, в общем-то, выхода человек не видит. И кроме этого, когда вот мне приходят на консультацию, то есть для родителей еще это такая вот нейропсихолог, не у всех есть запрос. И ты делаешь обследование нейропсихологическое ребенку, если, конечно, пробы доступны для ребенка. А если недоступны, это тоже показатель, что эти пробы пока недоступны для ребенка. И ты понимаешь, что, например, проблемы с первым блоком. И проблемы, когда у ребенка с первым блоком, то он истощаем. И, конечно, вот уже заикание, оно ложится вот на эту почву, и, как правило, тут очень такие, знаете, рекомендации для родителей, даже вплоть до того, что, в общем-то, это когда приходят родители, ты смотришь, как ребенок бывает, знаете, и бывают предпосылки к заиканию, ребенок начинает говорить на вдохе, ребенок именно вот у него, очень важно здесь такое поверхностное дыхание, ключичное дыхание, вот, то есть такие вот, чем раньше обращение, тем оно быстрее можно, в общем-то, с этим, в общем-то, помочь ребеночку и родителям. В этой решении этой проблемы. До речі, щодо симптомів, які є симптоми, ось ці фази та форми такого? Вообще природа заикания, она волнообразная. Оно есть разного, в общем-то, бывает разных форм заикания. Вот, но мы сейчас не будем в студии об этом говорить, потому что если это уже родители услышат этот разговор, они просто обратятся к специалисту. Таких специалистов есть даже вообще отдельные специалисты, которые заикологи, которые занимаются только заиканием.
Вот. Но вы должны понимать, что если ваш ребенок, например, говорит на вдохе, это уже есть такой вот момент, в общем-то, обратить на это внимание. И кроме того, если, например, ваш ребенок, а как правило, знаете, заикание появляется, когда в такой появляется бурный рост развития речевой у ребенка. Почему, например, когда ребеночек там не говорит, да, вот, а приходят родители, и потом очень поработали, и родители, очень важно давать правильный речевой материал, который соответствует возрасту, для того, чтобы не спровоцировать, не давать ребенка, надо бережно к нему относиться, не давать повышенную такую нагрузку. Вот, и тогда вот. А если такое даже и возникло, например, обычно это происходит, знаете, вот весенне-осенний период. Такое вот его обострение, как правило, происходит всех болезней, и вот и заикание тоже. Поэтому это, конечно, обязательно должно быть такое вот обращение к специалисту. И, конечно, здесь очень, знаете, как правило, заикание, это бывает такой подход комплексный. И если специалист, логопед, нейропсихолог, кинезиолог, он занимается коррекцией, то надо, конечно, хорошо бы, я очень часто прошу, например, обратиться к неврологу. Неврологу и сделать даже энцефалограмму. Вот, очень иногда бывает очень важна и медицинская поддержка. Потому что, знаете, вот иногда приходят обращения такие бывают, что 21 год, и заикается человек всю жизнь, ребенок, и ни разу не были у невролога. Понимаете, вот и ты начинаешь только просить, в общем-то, что, пожалуйста, будьте добры, вот давайте начнем. То есть это подход такой должен быть комплексный, как правило. Бывает, конечно, что можно справиться и логопеду, но, как правило, бывает и что нужна поддержка медикаментозная. Ну от і все ж таки, які методи лікування ви можете назвати, як з цим впоратися з такою проблемою? Я здесь буду, наверное, знаете, как вот говорить не лікування, а коррекції, да, вот здесь, в общем-то, потому что лечением все-таки занимаются у нас больше врачи. А логопед – это такая специальность, которая на стыке находится и медицинская, и педагогическая у нас, поэтому нужны знания, чтобы были у специалиста и те, и те. Значит, какие методы лечения заикания? Ну, я хочу, конечно, убрать все-таки вот этот стресс. Я очень часто, когда начинаю заниматься с детьми, начинаю занятия, обязательно вот именно поделали лобно-затылочный. Я прошу родителей, например, там, прийти домой, сделали лобно-затылочный, дали воды и дать ребенку минут 20-30 полежать, отдохнуть, чтобы с симпатики переключиться на парасимпатику, чтобы не перегружать нервную систему. Дыхательные упражнения, потом есть определенные точки над губой, под губой, то есть такая вот своеобразная такая настройка. Вот эти вот есть такие кнопки мозга, это из гимнастики мозга. Это чтобы ребенка включить и сделать такое, вот знаете, менее стрессовое. Ну, а также, что помогает вот именно хорошо заикание, методы у всех разные. Я проходила разные виды, обучалась разным видам коррекции заикания. Это был и метод Ауру Тюновой, и приезжала у нас, как же ее зовут, Томилина, тоже ее метод вот, очень интересен. Но он, конечно, заставляет, например, там, чтобы ребенок какое-то время как можно больше молчал, и, в общем-то, на какое-то время нужно прекратить ходить в детский сад, а потом разговаривать очень-очень медленно. Или, например, есть такой метод, когда даже вот занимается ребенок ручным трудом, и, в общем-то, в процессе этого происходит коррекция заикания. То есть методов очень много разных. Но, как правило, и знаете, я хочу сказать вам такой момент, что раньше учителя и воспитатели, они знали, как работать с заикающимися детьми. К сожалению, сейчас иногда в школах не знают, как работать. И тут важно родителям взять рекомендации для школы у специалиста и донести. Например, знаете, вот когда ребенок с заиканием, то не следует этого ребенка вызывать, рассказывать стих перед всем классом. Или, например, хорошо бы тут подошла бы мнемотаблица. Или, например, вот здесь очень важно, есть такие моменты, когда, например,
ну, учителя раньше знали об этом, что ребенку в таком случае лучше дать рассказ по картинке, какую-то наглядность, а не описывать какую-то или делать, знаете, перескать рассказ просто так. То есть определенные такие рекомендации, как работать с заикающимися детьми. Вот, поэтому вот эти такие вот рекомендации, их очень много, и, в общем-то, их, ну, желательно дать. Даже вот когда малыш приходит, например, ко мне, да, я прошу, ну, вы знаете, когда человек поет, он обычно не заикается. Это такой общепризнанный такой вот факт. Вот. А вот когда ты пытаешься говорить, вот скажи, как Мишка, вот разговаривай не высоким голосом, а низкими. Как правило, вот ребенок тоже перестает в этом плане заикаться. Ну, то есть масса всевозможных таких приемов, которые могут... Или, например, знаете, вот есть такой вот очень, как правило, у таких людей бывает зажата зона ВНЧС. Бывает височная доля зажата, вот шейный отдел, грудной отдел, плечевой пояс очень зажат. И в этом случае, знаете, вот даже такой вот совет, кстати, из учебника логопедии, хват нашего корифея, он рекомендовал произнести такой вот набор слогов «ня-ню-не», и уже вот носоглотка, она расслабилась. А кроме того, вот я хочу сказать еще такой метод. Я являюсь инструктором международной техники РЗ, и она идет воздействие. Вот я специально взяла это пособие, я являюсь инструктором, и можно определенным наложением рук ты расслабляешь, и таким образом снимается стресс. Очень, кстати, вот некоторые логопеды, в общем-то, и в Днепропетровске, и в Харькове, и в других городах, в общем-то, я лично проводила обучение, но инструктора есть по Украине, нас человек 10, которые имеют право проводить такое обучение. Это тоже вот очень хорошо, именно вот когда обращение ко мне происходит, то я, как правило, обучаю родителей и детей, чтобы они могли поддержать какие-то определенные вот точки, определенные сделать наложение рук и таким образом снять стресс. А можно для прикладу хоча б одну якусь вправу, щоб можливо... Ну, например, любое упражнение, это, например, вот есть вот эта самая сильная считается позиция – открыть рот. Или, например, вот зона ВНЧС, поддержать вот височная мышца, поддержать вот именно эту височную мышцу. Или вот такая тоже замечательно. Я хочу сказать, кстати, очень хорошо работает этот прием и с воспалением тройничного нерва. И, кстати, вот этот резет, он работает хорошо с детьми, у которых есть трудности в обучении. Как правило, трудность в обучении, это за этим стоит стресс. То есть человек не может обучаться, если он находится в стрессе. Поэтому, вы знаете, вот даже когда-то была такая ситуация, когда, ну, я в свое время работала заведующей детского сада на Победе, я его открывала, вот, а потом, когда я приняла решение уйти и заняться уже, ну, именно только особыми детками, то меня пригласили в департамент, я выступала в департаменте, и потом уже на базе своего бывшего детского сада делала такое вот обучение для логопедов и психологов нашего города. Потому что, понимаете, стресс нужно всячески у детей рассеивать и стараться, чтобы, ну, ребенок мог... Ну, есть простые способы, даже та же гимнастика мозга. Если родители ее обучатся, этой гимнастике, это даже просто погуглить, и учителя это будут делать, у ребенка будет совершенно другое восприятие. Он совершенно будет по-другому перерабатывать материал. Вот это очень важно. Дякую за відповідь, дуже було цікаво. Да. Розкажіть, ось така корекція, вона відрізняється у людей, дітей дитячого і вік, підлітковий вік і більш дорослі? От ви казали, були на практиці і 21-річні представники. От відрізняється лікування, корекція, вибачте, у різних вікових категоріях? Ну, взагалі-то, да. От я хочу сказати, у мене обращення дуже багато. Даже приїжджають при тому, ну, не тільки з Дніпропетровська, а з інших городів. Із Харкова, із Синельникова, із, ну, в общем-то, таких ближайших городів. Конечно, отличается. Во-первых, понимаете, здесь очень важно то, что все-таки взрослый человек, ты разговариваешь с ним, ты объясняешь ему, что, в общем-то, как правило, я делаю нейропсихологическое обследование и очень внимательно обращаешь
занимается ли человек ли спортом. Потому что спорт позволяет скомпенсироваться. И даже если какие-то были проблемы вот там при родах у мамочки вот с этим ребенком, я хочу сказать, что вот таких детей, как правило, ты видишь, которые родители, в общем-то, правильным таким вот подходом смогли скомпенсировать. То есть иногда достаточно просто прийти на консультацию, чтобы помочь. А, конечно, уже, понимаете, у подростков, у взрослых людей, у них уже развиты определенные лобные доли, они уже держат инструкцию. И очень важно, когда у них хорошая такая мотивация есть у некоторых вот детей, у них есть, знаете, локус контроля. Не родители хотят, чтобы, в общем-то, он избавился от заикания, а чтобы ребенок сам хочет, для него важно самому с этим справиться. То, конечно, знаете, как правило говорят, ну, от нас зависит там 30-40% от специалиста, остальное это зависит от ребенка. И, конечно, с подростком, с мотивированным особенно подростком или с мотивированным взрослым, конечно, это совершенно другой результат работы. Потому что у малышей еще тут игровая форма, как правило. Это, в общем-то, таким образом ми работаємо. Ми говорили от зараз більше про заїкання. Да. Можливо, є от якісь взагалі поради від вас, як від логопеда, дефектолога, нейропсихолога, з приводу того, як діяти батькам, як діяти дітям, які, можливо, робити вправи, коли ще це зовсім малеча, маленькі діти, як з ними, через яку таку ж ігрову форму, можливо, це можна назвати профілактика, от провести таку профілактику, аби в майбутньому, коли дитина вже підросла, не було жодних проблем з порушенням мовного апарату. Ви знаєте, я, як правило, приходять родителі, і, знаєте, от дуже часто родители приходят с ребенком, у которого, знаете, вот они на него не могут надышаться, они делают для него все самое лучшее. Мало того, у таких деток бывает синдром, знаете, синдром выученной такой беспомощности, когда стараются, вот, знаете, дать самое лучшее, мультики лучшие, телевизор лучший, все лучшее. И вы знаете, я тогда родителям, я хотела бы, наверное, это сказать, вот на все это, ну вот спасибо вам за то, что вы это дали мне эту возможность. Я бы хотела сказать, что когда 20 лет назад, или когда росли, в общем-то, мы, ну, мне 52, вы знаете, не было такого количества психологов, логопедов, нейропсихологов, поведенческих терапевтов. Мои родители эту фразу от меня слышали. И тем не менее, знаете, вот количество детей было другое. Потому что, ну, я очень давно, я 30 лет работаю с детьми, и я знаю, с чем сравнивать. И я в другом саду, ну, город, где я тоже руководила садом, и я знаю другую статистику. Какая была там, сколько было детей с первой группой здоровья, и сколько в нынешних садах с первой группой здоровья. Поэтому у меня огромная просьба, пожалуйста, дорогие родители, вот включите, пожалуйста, вот движение. Очень важно, чтобы вы... То есть, если даже какие-то нюансы были при родах, или там после родов, или до родовом периоде, дайте возможность вашему ребенку скомпенсироваться. Потому что центры движения и центры речи, они находятся рядом. И вы вроде бы как развиваете, то есть ребенок двигается, а он, в общем-то, вы работаете на то, чтобы ребенок разговаривал. Очень часто я прошу, знаете, вот, например, принести рисунки ребенка. Это правое полушарие. И для того, чтобы ребенок начал разговаривать, он должен, в общем-то, уметь, в общем-то, у него должны возникнуть образы в правом полушарии. Поэтому, если вы, как бы, вы работаете, вы рисуете, а вы работаете на речь. Вы конструируете, а вы работаете на речь. Вы лепите, а вы работаете на речь. То есть, чтобы что-то сказать, нужно спланировать. Чтобы что-то нарисовать, слепить, нужно спланировать. Понимаете, да, в общем-то? И вот смотрите, раньше ведь были у нас классики, раньше у нас были резинки, раньше мы строили халабуды, они покупали готовые домики, которые детям покупали. И ребенок, чтобы что-то построить, надо было спланировать, халабуду какую-то. Чтобы что-то, например, спрыгать, надо было держать контроль. Тогда раньше не было сенсорных комнат.
У нас была грязь, у нас было, в общем-то, секретики мы закапывали. У нас были качели, карусели, у нас были, например, тягали мы металлолом. То есть у нас было прекрасное нейрокоррекционное детство. Мы стирали свои носочки, мы пришивали воротнички, а это одна рука делает одно, другая делает другое. Дорогие родители, вот сделайте своим детям нейрокоррекционное детство. Меньше телевизора, меньше компьютеров, меньше планшетов. Це чудова порада, да. І на такій позитивній ноті ми закінчуємо. Вам вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні до нас завітала логопед-дефектолог, нейропсихологиня, директорка нейроцентру Томатіс Дніпр Людмила Осауленко. Я вам вдячна ще раз за нашу прес-конференцію. Батьки, я сподіваюся, ви почули пораду нашого сьогоднішнього спікера. Вона звучить, здавалося б, досить просто, але дуже важливо. Ми вам вдячні за те, що ви були з нами. Мене звати Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не перемикайте!